Dunar takar shwadam. Winjar alajarsh. Hatakar. Guarbeti pacharsh. Harsh. Sibalti yigwarsh. Ma. Ul udams. Winja. Waicha waika. Hawaija salwa, takar, palhur, winja laja daus. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпаут. Вы, конечно же, не поверите, но я решил вернуться в Far Cry Primal и, так сказать, довести его до ума. Я знаю то, что я точно так же сказал про Just Cause 3, но пока что в него не получилось сыграть. Но так уж получилось то, что во времена летних скидок в Стиме весь Far Cry был по очень жесткой скидке. Я не удержался, взял все Far Cry вплоть до 5. Кстати, если захотите 5 Far Cry, напишите в комментарии. Потом, когда к нему приступлю, обязательно выложу. Ну так вот, я прекрасно помню то, что последний Far Cry Primal у меня был года 2 назад. И это реально так было. И после этого я в него больше не играл, к сожалению, потому что он у меня удалился, я уж не помню по каким причинам. А сейчас я, собственно, продолжаю в него играть на лицензии. Я дошел до того момента, который у нас был последний. В 5 серии плейлиста я специально посмотрел. Точно так же зачистил вот аванпост. И что же мы будем делать? В той серии я сказал, что мы пойдем к охотнице Джейми. Поэтому вот сейчас вот мы к ней как раз таки пойдем. Посмотрим, что у нас еще в тайнике. Кстати, если захотите, чтобы я вернул веб-камеру и снимал вместе с веб-камерой, то напишите мне в комментарии. Потому что в то время я снимал еще с веб-камерой, а сейчас я решил пока что без нее. Но если вы вдруг захотите, мне не сложно. Только напишите и все. Насчет Вальхейма тоже потихонечку развиваюсь. Скоро у нас будет 4-й босс, поэтому ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Все у нас весело и обалденно. Так. Ставлю меточку, кстати. Вот у меня в этот раз получилось приручить очень сильного такого редкого волка, который, вот видите, сколько имеет бафов. 350 шагов территории, неуязвим для огня, он сильный, скрытный, быстрый. Все вообще суперски. А вот в тот момент у меня был вот этот волк, вот этот тигр, по-моему, и... Ну да, особо много у меня зверей-то тогда вроде не было, но вот этого волка я помню, что я вообще не мог найти, а тут мне сразу в начале игры повезло. Ой, я не то нажал, и все не привык. Ну и, короче, вот как-то так. Кстати, вот очень советую покупать лицензию, особенно Far Cry, потому что я заметил, что в лицензии больше FPS, чем на пиратской версии. Потому что когда я играл на пиратке, у меня были совершенно другие ощущения, а вот когда в лицензию играешь, вообще балдеж. Плюс у тебя еще всякие плюшки от Ubisoft. Так, что тебе надо, сэр? Ну-ка. На, в жопу. Куда? Копье отдай. Да ну нафиг. А вот это вот проблема. Так, ладно, как там учили поджечь, а не бояться огня. Пошли вон. Ух, нифига я тут, конечно. Ну-ка иди сюда, братишка. Похилить тебя надо.
Да, я совершенно забыл, что боятся огня тут некоторые слишком, так сказать, сильные звери, поэтому нам повезло от них отбиться огнем. Опа, вот этого братика я знаю. На. Блин, а ты что так больно кусаешься-то? Так больно не кусайся. Так, вот единственный минус то, что все гореть начинает. Так, мне сказали, этот волк неуязвим к огню. Поэтому, в принципе, не боимся. Блин. А можно немножко огонь рассеется, так сказать, что я переборщил с убийством этого медоеда древнего. Ну, это ж, наверное, древний медоед. Или кто это? А, это барсук. Far Cry 4 это был медоед. Ну, тоже неплохо, в принципе. Так, нам немножко осталось. Так, это наш тут гуляет. Ладно, хватит с этой дубинкой бегать, вот так побежим. Событие Винджа спасения. Ну давай спасем Пабору. Чё там? Давай спасем. И, конечно, сюда придем. Опа. Хорошечно. Так, все, братух. Можешь уходить. Приходить ко мне в деревню. Так, это что тут за лапа у нас показана? Надо проверить. Она что, на нижнем ярусе? А не на верхнем? Она где-то здесь? Вы серьезно? Ну, сейчас скатимся тогда. А где эта лапа-то? Что-то я не дорубаю. Теперь тут показывает. Вообще не вижу, где она быть-то может. Так, в жопу тебе. Очень странно. Ладно, пофиг. Не найду, так не найду. Если найду, то прикольно. Тут у нас это живет. Так тебя ж там не было. Апа! Назад. Да, Винджа. Ты Винджа? Ну, да, Иванка. Ты молодой, громкий. Большие ноги, как у мамонта. Мы следить за медведем, два солнца. Ты его спугнуть. Два солнца на один медведь, я найти медведя быстро, показать вам, как следить. Большие слова для ног мамонта. Ты показать нам, как следить. Если ты находить медведя, ты ходить тихо. А вот это вот заявочка. Ну, блин, выпендрежница какая. Ладно, мы сейчас ей покажем. Медведь ходит здесь. Так. Ну, давай. Да, веселое, конечно, задание медведя-то искать. А чё он?
Куда делся ты? А, вот он. Не, нормально, сейчас быстро этого медведя найдем. Ты чё, ты меня так не пугай, братух. Вот это вот, кстати, тема, она нам пригодится для... Голодный медведь. Это нам пригодится для этих... Так сказать... Для гранат. Для гранат с... пчелами пригодится очень. Так, вот сюда он пошагал. Блин, да прям балдеж, прям дарит подарки этот медведь. Так, ладно, эту заберем, пригодится. Чё у нас тут? О, а я и не заметил. Злой медведь. Это он чё, руку оторвал, нифига себе. Вот это, конечно, медведь. Ну, неудивительно, это ж медведь. А тут кто? Пошел вон. Так, не гореть. Ну, это, кстати, неплохо получилось. Загасили тигра. Это тоже похилен, он даже не ранил. Не ранился. Так. Кстати, скоро в арке выходит карта Лос Айленд. Обязательно на нее посмотрим. А что это у меня там по крафтам-то показано? А, да. Это изготовил. Не надо томить всяких шакалов. Давай лучше посмотрим, что у нас здесь. Так, медведь сюда пошел. Блин, сколько же тут всяких диких котов и прочей нежити. Это просто жесть. Это просто кобздец. Здесь что ли? Вот здесь вот человека. Медведь нападать быстро. Человека грохнул, рыбу не забрал. Что весьма странно. Это что у нас? А. Как он прошел, показывает. Ну, кстати, сетки очень хорошо делают, даже для тех времен, молодцы. Красивенько. Че, сюда что ли прошел? Люблю такие миссии по выслеживанию. Так, а тут что?
И куда? Ага, все-таки сюда пошел. Ну да, логично, он же не мог полезть. А, и вот, собственно, его зона. Ладно. Если это его зона, что нам, собственно, надо сделать? Нам лучше всего взять копье, поджигать пока не буду. Местоположение обнаружено. А, ну да. Вот он. На. Сдавайся. Так, изготовление. Не-не-не. Да блин. Зараза. Еще раз попробуем. Надо бы мне хилку поставить получше. Медведь, это все-таки серьезная штука. Надо хилку поменять. Хилку поменять на мясо надо. Так, это я где? Ага. Ну да, так, делаем это, ставим хилочку вот такую нам, и погнали. Копье сейчас уже заранее подожгу. Здорово. Так, следующая пошла. Слушай, а повезло. Все-таки справились. Надо только волка спасти. Это значит, можно хилку стандартную обратно поставить. Ладно, нормально. Найдите охотников. Но охотники подождут, у нас тут более интересная штука. А, уже что ли? Хорошая охота, ноги мамонта. Мы утомить звери для тебя, тебе легко убить. Нифига себе легко. Новый мастер Винджа. Так. Миссия завершена. Так, ладно, смотрим дальше. Что у нас тут? У нас тут где-то висит прикольчик. Надо, правда, понять, где. А, вот он. Так, отлично. Что у нас насчет этой дамы? Мы, кстати, при помощи нее новую территорию тут вон открыли. Грызь рыбы. Прикольное название. Так, что она у нас в деревне? Ну, давай в деревню вернемся, посмотрим, что у нас там. По идее, она должна быть уже в деревне. Ой, это что? Не, дофигища. Так.
что ты мне рассказать хочешь? Охотник Винджа идти к костяным пещерам, искать еду для деревни. Его много солнц, не прийти искать пещеры, помогать ему. Угу. А где она добавлена? Ладно, найду, наверное. Вот она приехала. Я следую за ногами мамонта. Следить за тобой досюда. Теперь я отдыхать. Ты найти мне приют, и я показать тебе, как стать великим охотником. Так, она нам будет показывать, как найти... Ну, как стать великим охотником. Давай улучшим хижину сразу. Винджи разбросаны по всему Урусу. Ищите и спасайте их, чтобы в вашей деревне стало больше жителей. Но это все понятно. То, что сколько у них живет. Когда население деревни будет расти, вы сможете строить новые хижины, улучшать их, чтобы разблокировать новые навыки, оружие, учиться. Ну, вот это. Так. Так, ну вот смотрю. Вот смотрю. А, во. Пока небольшой у нас племя. Ну, в принципе, нормальный. 35 человек. Так, вот это вот удобный навык, полезный. Это что? Так. Три очка. Давай вот это сделаем. Неплохо будет. А, вот это вот еще, она же это... Она у нас охотник, ладно. Следующие навыки по ней немножко пустим. Так, улучшать пока ничего не будем. Численности маловато у нас. Давай посмотрим, что она скажет. Ну да, давай посмотрим. Ничего себе. У охотника быстрые глаза. Он видит, что другие не видят. Медленным глазам нужно солнце, они боятся ночного неба. Твои глаза боятся ночи. Небо никогда не говорит, никогда охотится. Ты показать мне твои глаза охотника, ноги мамонта. Большой лось спрятаться в тени, он есть ночью. Ты найти его и взять его силу. А, то есть мы сейчас на лося пойдем, прикольно. Ну, давай сходим. А где она добавлена-то? А-а-а. Короче, эти задания... Вот у нее задание офигеть, где далеко. Прям офигительное. Ладно, дорогие друзья, продолжим в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. Всем до скорой встречи, всем пока. Надеюсь, вам понравилась эта серия и вы будете ждать новые. Всем удачи и всем пока, до скорых встреч.